Привет. В эфире утренняя медитация, пятиминутная. Прежде чем делать, помойте лицо или примите душ, выпейте стакан теплой воды и сядьте в удобную для себя позу. Удобную расслабленную позу. Вот, и находимся в неподвижности 5 минут. Наблюдаем за дыханием и расслабляем тело. То есть тело само, оно само как бы будет расслаблять все. Просто наблюдайте. Такое как наблюдение происходит. Алиса, 5 минут. Да нет, уже больше. Алиса, поставь таймер на 5 минут. Поставила таймер на 5 минут. Дыхание ровное, глубокое. Кончик языка на верхнем небе. Дышим через рот и частично через нос. Или через нос, частично через рот. Одновременно. Наблюдайте, как тело расслабляется. Дыхание ровное, глубокое. Живот распущен. Спина прямая. Не засыпаем, глаза полуоткрыты, расслаблены. Поймайте это ощущение неподвижности. Позвольте ушам прислушиваться к тому, что вокруг происходит. Такое легкое наблюдение.
Наполняйтесь воздухом. Дыхание замедляется. Такое ощущение, что почти не дышишь, но дыхание происходит. Алиса, стоп. Все, спасибо. Вдох-выдох. Как настроение? В принципе, такой медитации достаточно там, 5 минут. Конечно, хорошо посидеть там минут 20, там, час, но 5 минут в быстром современном мире это тоже хорошо. Все, спасибо. Занимайтесь каждый день по 5 минут и будет супер.